Привет, бро, меня зовут Вова, и сегодня поиграем в такую игру, как... Чё, телепортировался? Не показалось ли он телепортировался? Эндер Брайан, ты телепортировался? Ну, короче, ребят, сегодня мы сделаем скин... Спрингтрэпа. Да, Спрингтрэпа. Мне, короче, подписчик в ВК написал, чтобы я сделал скин Спрингтрэпа на этой карте из FNAF 6 или 3, точно не помню, конечно, по-моему, из 6. Я, конечно, хотел сделать скин Тора или Капитана Америки, но вот так сложилось, подписчик попросил, я сделал. Я, короче, достал коды вот этих вот... костюмов. В предыдущей серии «Как сделать скин» я показывал, как сделать скин Джейсона Вурхиса. Сейчас я покажу, как сделать скин Спрингтрэпа. Так, вот здесь встанем и начинаем делать. Нажимаем на аватар. Я только что пришел в эту карту, поэтому такая загрузка будет. Ну-ка, давай. Быстрей, все. Так, здесь у нас... Он летает. Лады. Убираем shirts, pants. Ну, короче, убираем все. Все, что у нас есть. Тыщ. О, нет. Так. Убираем маску, убираем вот эту вот позу. Короче, оставляем его квадратненьким. Но это нельзя убрать. Ну окей. Заходим в Shirts. Нажимаем на плюсик и вводим данный код. Так. 10, 23, 4, 4, 79 и 19. И у нас вот такая вот майка Спрингтрупика. Ну, грузить. Она, конечно, немного пиксельная. Ну, как немного. Спрингтрупик получится у нас из Майнкрафта. Заходим в Pants, нажимаем на плюсик и вводим еще один код. 14, 09, 4, 4, 4, 8, 8 и 1. Так. В смысле? А, вот. У нас после эти майки не сразу прогружаются. Вот, все прогрузился. У нас был уже более-менее Спрингтруп похожий. Теперь заходим в Heads. Подожди-ка, мы еще забыли цвет. Как же наш любименький цвет. Еще мы можем сделать себе круглую голову, но это не обязательный пункт. Можем такой... Че? Такая голова в Роблоксе реально существует? Что? Такие головы реально существуют? А это что? Невидимая башка. Хорошо, давайте вот такую кругленькую возьмем. Так, лица. Ну, давайте такое печальное лицо. Такое страдающее печальное. Вот такое, например. Или вот такое. Лучше вот такое. Или сет. Сет в крови. Вот здесь есть? Ну, нет. Короче, у нас уже лицо готово. Надо, чтобы по его лицу было видно, что он страдает. Потому что по Спрингтрап он страдает, наверное, из-за того, что его костюм ему больше боли принес, чем он детям, которые он убивал. Так. Теперь заходим в пакет и пишем Банни. То есть Бонни. Он все-таки А, нет. Перепутал. Сори, ребят, перепутал. Заходим в Heads и пишем Bunny. Вот в Heads пишем Bunny. Так, здесь у нас... Ой, смотрите. Смотрите, как смешно. Представьте такого Спрингтрапа увидеть. Любой бы посмеялся. А как вам такой Спрингтрап еще? Вау! Смотрите, красная голова ему делает так, чтобы у него красные глаза были. Они у него должны быть черные, а из-за головы они у него красные. Ну, я, конечно, вот такую маску хотел, но смотрите, из-за головы видно все это.
И то маска его не очень подходит. И вот я, ребят, бы взял вот такую вот маску. Она более-менее крута. Но, ребят, это на ваш вкус. Какую маску вы хотите? Вот эту или вот эту все-таки? Вот эту. Я вот эту хочу. Мне она более-менее нравится. Так, заходим в пакеты. Так. Пакетики. И ищем. Так, Roblox. Обычное такое тело. И даже страдающее тело давайте найдем. Страдающее. В костюме Спрингтрэпа. Ну хорошо. А если напишем Блуд? Ага, кровь, а мне какой-то костюм робота дают. Интересно, как страдание на английском? Просто напишу Сэддер. Я написал суд, на него бы не выдали. Нормально вы, конечно, там работаете. Roblox. Ну, ребят, это опять на ваш вкус, какую вам тело брать. Или вот такую с красными руками, или вот такой вот. С вот такими руками. Я бы взял вот такую, потому что она более-менее так нормально выглядит на спрингтрэпике. Уи, катайся, спрингтрэп. Так. Кстати, тут можно еще золотую руку, в смысле, блин? Ну, хорошо. Так, теперь нам осталось только зайти в Old Fist, нажать на кастом. Смотрите, сколько у меня уже скинов. Офигеть. Их столько, их так много здесь. Здесь есть скин Гренни, еще кого-то. Кстати, где скин Фредди? Фредди, ты где? А, вот он, я его вижу. Нажимаем на плюс и здесь пишем Спрингтрап. Спрингтрап, надеюсь, я правильно пишу. FNAF 6 or FNAF 3. Или FNAF 6, или FNAF 3 он. Я точно не догадываюсь. Все, теперь нажимаем на buy, и он у нас сохраняется. Оба. Господи, мышка стала мутантом, бежим! Мышка стала мутантом, бежим! Бежим, она меня догоняет! Так, бежим, оп! Мышка меня убила! Эндербен, как ты меня убил? Ну хорошо, ребят, на этом все. Сегодня я сделал, показал, как сделать скин Спрингтрэпа. Он у нас получился даже криповее, чем Фредди. Да, я еще показывал видео, как сделать скин Фредди. И он получился у меня более такой криповенький, чем Спрингтрэп. Точнее, Спрингтрэп получился более криповый, чем Фредди. Ну а пока Спрингтрэп смотрит телек, ты можешь поставить лайк и подписаться на канал. И написать любой просто комментарий. Я его обязательно прочту. И может быть даже отвечу, может даже быть закреплю его. И даже может сердечкой поставлю, лайк поставлю. Ну а если ваш комментарий мне не понравится, я его просто удалю нафиг. Не забываем то, что карта по ссылке в описании, и еще по ссылке в описании будет мой ВК. Ну а с вами был Вова, и наконец-то, да, он убрал эти руки. Ну а с вами был Вова и мышка. Всем адиос. Хотя я тоже, по идее, мышка. У меня маска мышки. Хотя это маска, по-моему, крысы или кролика. Ну окей, адиос.